Всем привет! Сегодня будем торговать, будем зарабатывать деньги. Все как обычно. Торгую по скальпингу, по моей стратегии. Видео я уже записал, и сейчас я вам его буду комментировать. Видите коридор? Видите, я нарисовал две линии поддержки и сопротивления. И сейчас вот зашел в сделку. Опустился график, я зашел в сделку. Вот, произошло еще пробитие. Отскок вниз, и я еще захожу вот на 20 тысяч рублей. Видео уже записано, народ, смотрите, как я записываю видео. Вот если я нахожу определенную ситуацию, да, вот я ищу, и я вот не подготовился к записи, тогда я сразу включаю запись монитора, торгую, и потом уже вот записываю вот это вот видео и комментирую уже свою торговлю. Но я бывает и подготавливаюсь. Вот, например, как я записывал видео с Китая. Я уже настроил камеру, сел перед камерой, включил график и ищу ситуации. Только я вижу определенную ситуацию, нахожу, вижу коридор, ищу самые-самые лучшие сигналы, включаю уже запись камеры, включаю запись монитора, и тогда уже торгую, тогда уже получается онлайн-торговля. Вот только что чуть не было бы закрытия, но график все как нам нужно, выстреливает в нужную вам сторону. Вот так вот я записываю видео, а сегодня просто комментирую. Еще раз повторяю, что я торгую только по своей стратегии. Только с помощью своей стратегии я зарабатываю. У меня одна стратегия, это скальпинг. И по ней я торгую. Только определенную ситуацию мы находим, входим в рынок, зарабатываем свою нужную сумму и уходим с рынка. Вот и весь секрет. Вот и у вас все будет получаться, если вы будете этого придерживаться. Видите, вот сейчас я жду сигнала, потому что график пока по центру. Я жду или отскока, или вверх. И тогда уже буду заходить в сделку. Хочу вам что еще сказать, что в конце видео, досмотрите до конца, потому что будет в конце видео полезная информация, сделаю для вас, буду уже запускаю для вас конкурсы, и в конце видео немного поподробнее расскажу о конкурсах, чтобы вы должны, самое главное, вы должны быть активным участником моей группы, переходите в группу, там вы все увидите, и в конце видео я вам расскажу. Сейчас я уже прилетел с Китая, осваиваюсь. Долго очень меня занял перелет. Вот видите, смотрю, или не было там закрытия. Вроде бы Олимп уже исправился, не было закрытия в один пункт. Перелет у меня занял 24 часа, ну, с пересадкой. Пересадка была в Таиланде, в Бангкоке, 10 часов. Я отлично там поработал, словил классный Wi-Fi. И 11 часов я летел с Бангкока в Киев. Вот видите, я выставляю время экспирации уже, беру экспирацию. Для чего беру экспирацию? Чтобы сделки, если с догонами, да, они закрывались в одно время. Вот видите, вхожу на повышение. И если что, буду брать догоны, чтобы сделки у меня закрылись в одно время. Потому что вот на экспирации, как вот видите, до покупки у нас там сколько? 15 секунд остается, еще можно делать догоны, и сделки закроются в одно время, так как на бинома. А на тайме вам уже нужно ставить... Например, если хотите там на 5 минут, чтобы догон зашел в то же время, когда уже график проходит, вам уже нужно на 4 минуты выставлять тайм. Но тайм тоже очень удобная штука, такое только есть только на Олимпе. Ни у одного брокера нету тайма. Здесь пока поставил вот одной сделкой. Видите, просто график, почему я здесь, например, не поставил там 30 тысяч, видите, график немного вот так вот сужается, значит, скоро может произойти какой-то разворот, или пробьет вверх, или уйдет вниз резко, пока вот, видите, падает волатильность, здесь особо рисковать не нужно, потому что, видите, уже коридор был очень долгое время, вот что и могло случиться, видите, я уже здесь... Смотрю, но все-таки, видите, когда график бьется долго на одном уровне, в 80% происходит отскок. Ну и вот все происходит как нам нужно. Знаете, многие говорят, что я вот там рискую, уже ставлю. Народ, я уверен в своей стратегии, я уверен в своих сигналах. Я сказал, что я смогу заработать 1 000 000 рублей за следующий месяц. Наверное, даже до середины августа я уже смогу заработать. Я в этом уверен, я сказал, я это сделаю. Рисковать нужно с умом. Не так бросаться, да, рисковать там все или ничего, все, жизнь потеряна. Нет, нужно просто с умом рисковать, и все у вас тогда будет получаться. Завершили мы с вами торговлю. Вот посмотрите, сделали мы 4 сделки. Получилось сколько? 4 минуты и 7 минут. 14. Да, за 4 минуты заработали 36
тысяч рублей. Видите, у меня уже вон оборот, было 500 тысяч рублей. Это значит, что скоро мне начислят бесплатные сделки. Буду писать менеджеру, чтобы начислили 50 бесплатные сделки. Вот когда вы делаете оборот, видите, я уже совершил оборот, 500 000 рублей. Будут мне давать безрисковые сделки. По поводу конкурса, народ, подписывайтесь в группу Rapper Trader. Я там буду запускать конкурсы. С этого дня стартует конкурс 1000 рублей. Каждую субботу я буду разыгрывать 1000 рублей случайному участнику, кто сделает репост данной записи. Также я могу делать конкурсы и хочу делать такие конкурсы. Например, в каждые 2 дня разыгрывать 300 рублей, вот. Через 2 дня будет, например, каждый вторник будет по 300 рублей. Так что смотрите, не пропускайте, делайте репосты, потому что я могу сделать такую акцию и на день. Вот за день заработать 300 рублей. Так что вот так вот. С вами был Рэпер Трейдер, народ. Подписываемся в группу. Всем пока.